течение многих лет изъездил я Россию по всем направлениям. Каких только историй не услышишь во время езды. Одну из них я намерен теперь рассказать. Самых лебедей хилотама, синьорина, вы компролет, ля-ля, доннер ветер. Война 12-го года со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Время незабвенное. Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество». Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они. Ура! Ура! И в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних военных не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградой. В это блистательное время жила в Энской губернии Марья Гавриловна Р. с матушкой своей Прасковьей Петровной. Была Марья Гавриловна единственной дочерью добрейшего Гаврила Гавриловича Р., который по кончине своей оставил ее полной своей наследницей. Она считалась богатой невестой, и многие прочили ее за себя или своих сыновей. Но Марья Гавриловна никому не подавала и малейшей надежды, хотя была уж не молода. Минуло ей ни много ни мало 20 полных лет. Счета подписаны, отдай. Да скажи подрядчику, чтоб поторапливался. Доченька, к нам на постой офицера определяют. Только что приезжал разрешение просить фельдмейстер. Фельдъегерь. Квартир-егерь. Квартирмейстер. А Бог их, батюшка, разберет. Я без тебя распорядилась, ты не сердись. Пойдем, голубушка. Полковник Бурмин. Здравствуйте, батюшка. Прошу вас. Спасибо.
Появление в сих местах офицеров было настоящим торжеством, и любовникам во фраках плохо было в их соседстве. Все в округе дивились постоянству Марьи Гавриловны, но все же с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Марья Гавриловна, несмотря на ее холодность, по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусар с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Осенью у нас немного печально, зато весной и летом рай земной. Мы привыкли к тихой жизни, не видим, как время летит. Соседей у нас немало, но мы с Машенькой... Да, я ни с кем не вижусь. Уединение мне нравится, читаю много. Как истинная героиня романа. Я похожа на героиню только тем, что живу в глуши, да разливаю чай, как у Ричардсона. Но все имеет свои хорошие стороны. Вы скоро в Петербург? Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости проходит через переднюю и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в кабинете. Тему я кончу. Выйду в отставку и уеду к себе в деревню. И не жаль вам вашего чина? Чины в России – необходимость. Хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей. Но звание помещика – та же служба. Заниматься управлением душ, коих все благосостояние зависит от нас, важнее, чем командовать полком. Небрежение, в котором оставляем мы наших крестьян, непростительно. Чем более имеем мы над ними прав, тем более имеем и обязанности в их отношении. Вам не наскучила моя сегодняшняя болтовня? О, нет. Хоть я и сделала затворницей, однако же я не вовсе отказалась от мира. Весть о нем для меня занимательна. Вы слушаете и понимаете. Редкое достоинство для наших женщин, для наших однообразных красавиц, которые до свадьбы придерживаются мнения своих матерей, а после свадьбы... Мнение своих мужей. А зима у нас целое событие. Колокольчики, охотники с собаками. Все становится светлее и веселее от первого снега. Бурмин казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. И это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Приедет егерь, тотчас доложи. Слушаюсь. Доброе утро. Здравствуйте. Прошу вас, милости прошу. А что очаровательная Марья Гавриловна? Надолго ли в наши края? Нет,
В скором времени опять в дорогу. Накинь, Машенька, шаль, ветерок. Долго ли до греха? Добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец найдет себе достойного жениха. Ваше высокоблагородие! Прошу прощения. Охота пуще неволи. Покорнейше благодарю. Все готово. Егерь ждет. Марья Гавриловна не могла не сознавать того, что она очень нравится Бурмину. Вероятно, и он уже мог заметить, что она отличала его. Нельзя было бы сказать, что она с ним кокетничала, а он имел к ней какие-либо притязания. Но поэт, заметив их поведение, сказал бы, если это не любовь, так что же? Thank you.
Пойдем, Машенька, наш гость уж за столом, сделай милость. Пора, Машенька, выбрать себе друга. Не век же жить в печали. Батюшка твой, Гаврила Гаврилович, будь он жив, благословил бы тебя. И я бы внуков понянчила. А то, может, Бог скоро меня к себе призовет. Маменька. А уж полковник-то какой гусар. Все девушки души в нем не чают. А мне-то матери видней, что среди всех отличает он тебя одну. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном. Но возвратимся в иные годы и посетим места иные, где в эпоху нам достопамятную жил в своем поместье Ненарадове добрейший Гаврила Гаврилович Р. Здравствуй, Гаврилыч! Давненько, брат, давненько. Ну, как живется, можется. Бог милости, не жалуюсь я на здоровье. Каков молодец, а? Моя жена. Знакомься, мой старинный друг, товарищ. Очень приятно. Милостивый государь. Гаврил Гаврилович славился во всей округе гостеприимством и радушием. О дочери вашей, Марье Гавриловне, слышал я множество самых лестных слов. Почту за честь представить ей сегодня сына своего. Очень рад. Она сию минуту будет. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в Бостон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Машу. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Пей, батюшка, пей, молочко-то свежее. Само собой разумеется, что молодой человек пылал Марье Гавриловне равную страстью. Ягодку ты съешь, ты ведь любишь. Терешка! Терешка! Слушаю, батюшка. Лошади готовы? Да разве надо бы на лошадей? В Ненарадово мне ехать. Говорил я тебе. Говорили. Почему не заложил? Не заложил. Закладывай тотчас. Да Ненарадово рукой подать. Вы к барышне кожимное утро пешком прогуливаете. Молчи! Надоел! 7 минут. Сосед наш. Владимир. Приличие требует являться вовремя.
Я же приказал не принимать. Говорит, дома нет. Не догляделись. Родители возлюбленные бедного нашего прапорщика давно заметили их взаимную склонность и, разумеется, запретили дочери и думать о нем. А его принимали хуже худшего. Но наши влюбленные были в переписке и всякий день видались наедине. Если воля родителей препятствует нашему счастью, мы обойдемся без нее. Убежим. Нет. Мы будем скрываться несколько времени, а потом бросимся к ногам родителей. Они будут тронуты нашим постоянством и скажут: дети, придите в наши объятия. Непременно скажут. Доверься мне. Согласна? Да, да. Милая. Да. Я буду любить тебя вечно. Наступила зима и прекратила их свидание. Но переписка их сделалась тем живее. Они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Принесла ли письмо? Ага. Так вот, встретились мы на том же самом месте, у дерева с дуплом. Я первая пришла, а потом уж он, Терёшка, куча. Ах, Палашенька, вечно ты со своими подробностями. Ну где же она, скорее? Да как же вы нетерпеливы. А правда, что молодой барин так хорош с собой? Давай же письмо. Как бы мне хотелось его увидеть. Mm-hmm. Владимир Николаевич в каждом письме все умолял ее предаться ему. Венчаться тайно. Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. И решительный час наступил. Что с тобой, Машенька? Уж не больна ли ты? Нет, папенька. А, Машенька? Я чувствую себя хорошо.
Мне не хочется ужинать. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи. Машенька в самых трогательных выражениях прощалась с родителями. Извиняла свой поступок неодолимую силою страсти. Терешка, сосед наш Дравин свидетелем быть с охотой согласился. Уверил, что и за двумя другими дело не станет. Грехи на помине. Еще раз здравствуй, брат. Прошу любить и жаловать. Твои секунданты, свидетели. Не о дуэли речь идет, а о женитьбе. А? Гвардия. Шмидт, землемер, рад услужить вам и предложение ваше... Принимаю. Благодарю. Жизнью готов пожертвовать для вас. Благодарю. Друзья мои, позвольте мне... Прикажи-ка, братец, подать вина. Мне это былые времена напоминает. Гусарские забавы. Ну, господа, прошу. Так. Далее было решено, что свидетели немедля поедут и уговорятся с жадринским священником. Старик сердит и правда, но этот Дравин берет на себя. Мне не впервой сии баталии! А Владимир пошлет свою тройку за невестой в Ненарадово. Сам же приедет прямо в церковь в Жадрино. Закажи у смотрителя сменных лошадей, чтоб ждали нас. Друзья будут ждать невесту и жениха у церкви. К их приезду, к венчанию, все будет готово. Из церкви мы прямо на станцию. И готова ли тройка? Готова, барин. Скачи в Ненарадово. Да шубу не забудь. Укутай барышню. Хорошенько. А я в Жадрино. Не надо бы мальчонку вам за кучера. До Жадрина рукой подать. Один доеду. Ну, с Богом. 7 минут. Оканчивала она тем, что блаженнейшую минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей.
Что барин? Барин прямо в Жадрино. В церкви ожидать будут. Так велено передать. Поручив Марью Гавриловну попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратимся к молодому нашему влюбленному. Были бы живы, благословили бы меня. Бог благословит. А ну-ка. Ну, милый. Батюшка волнуется. Это дело, скажу я вам, того, противозаконное. Пустое. Невеста, кажется, в обмороке. Пустое. Поп не знает, что делать. Батюшке не впервой подобными делами заниматься. Тем более не Бог его вознаградит каналью.
Пошел! Ну! Его шут носит. Не поехать ли назад, господа? Нет, нет. Как можно, подождем. Да, доложу я вам. Приключенница. А? Ага. Замешкался. Сюда! 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 Возвратимся теперь к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Палаша, каково здоровье Марьи Гавриловны? Как она почивала? Барышни почивали дурно, голова болела, а теперь ей легче. Что твоя голова, Маша? Лучше, папенька. Ты верно, Маша вчерась угорела. Может быть, маменька. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Тихо! Скорее в город за лекарем. Ага. Скачи в галоп полтину на водку. Ага. Письмо. Вот оно, извольте.
Как только мы вернулись, я сразу же его взяла и спрятала. А барин с барыней еще почивали. Зажги. Там. Письмо было сожжено. Горничная Марья Гавриловна никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже в охмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжиной заговорщиков. Горячка и очень сильная. Опасно. Да бог милостив. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж слова Марьи Гавриловны были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Снег. Снег. Это не церковь. Это подземелье. Куда вы тащите? Бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Владимир! А потом, благодарение Богу, стало понемногу выздоравливать. Владимира, между тем, давно было не видно в доме Гаврила Гавриловича. Прасковья Петровна советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями. И, наконец, единогласно все решили, что... Видно, такова судьба, Марья Гавриловна. Суженого конем не объедешь. Бедность не порок. Жить не с богатством, а с человеком. Да. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. То не было недели, чтоб он не приходил, а сейчас и духу нет. Что ты скажешь? А то скажу я, батюшка, что ты сам напужал его своим суровым отношением. Принимал его хуже, нежели отставного заседателя, ей-богу право. Закудахтала. Пошлю-ка я за ним. Немедля. Батюшка. Сейчас же. Кто старое помянет, тому... Я знала, сердце у тебя доброе, Гаврил Гаврилович. Где у нас бумага? Помнится, была она? Ага. Эй, кто тут есть? Прошка? Скачи к соседу. К прапорщику молодому. Вот, передай. И на словах скажи, что ждут, мол. Ага. Забудь обо мне. Забудь о несчастном. Ну, родненький, не надо поезда. Смерть! Только смерть! Остается единой мне надеждой! Барин! 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 Терентий! Терентий, слышь-ка? Из Ненарадова человек прискакал. Человек. Барин мой, Гаврил Гаврилович, просит вас в Ненарадово, чтобы услышать приятные известия. Лошадь мы, ей его право.
Свези ответ. Да передай, что ноги моей не будет в их доме. Пошел! Ах, дитя малое. Все исполнил, как изволили приказать. Каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от Владимира полусумасшедшее письмо. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающие Маши. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя нашед имя Владимира в числе отличившихся и павших под Бородиным. Владимир Николаевич. Царство ему небесное. Добрые наши помещики были искренне опечалены. Маша упала в обморок. И все боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия. Другая печаль Марью Гавриловну посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее. Марья Гавриловна разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны. Поклялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в город. Гавриловна очень-очень Бурмина отличала. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Он ей нравился и за это. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности,
Молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она ему тоже очень нравилась. Каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? Робость, неразлучная с истинной любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиной, и положила ободрить его большей внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Ваше высокоблагородие, егерь ждет, прикажете отпустить? Да. Приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романтического объяснения. Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех. По крайней мере, Бурмин впал в такую задумчивость, и глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута казалось, уже близко. Первый пошел, слышите? А за ним наш ваш скрозь. Погостили славно.
Что, Марья Гавриловна? Благодарствую, батюшка. Где она сейчас? Она в саду. Пойдите к ней. А вот дело сегодня же кончится. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда с книгой в руках и в белом платье, настоящую героиню романа. Как ваше самочувствие? Благодарю. Марья Гавриловна перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Я давно искал случай открыть вам свое сердце и прошу минуту внимания. Я вас люблю. Я вас люблю страстно. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминания о вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду. Она всегда существовала и никогда не могла быть вашей женою. Знаю. Знаю, что некогда вы любили. Не говорите ничего. Прошу вас. Бурмин просит Марью Гавриловну ничего более не говорить. Да она и без этой его просьбы не смогла бы полностью пролить свет на историю, которая произошла в ту тревожную зимнюю ночь 3 года назад. Многое остается и для нее самой до сих пор загадкой. Ну, ну же! Ну же! Что тебе надо? Далеко ли Жадрина? Жадрина-то далеко ли? Да-да, далеко ли? Недалече. Верст 10 будет. Можешь ли ты, старик, достать мне лошадей до Жадрина? Какие у нас лошади? Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно. Постой. Я тебе сына вышлю. Он тебя проводит. Было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта, тройки его не было.
какое известие ожидало его? Милая, добрая Марья Гавриловна, не старайтесь лишить меня последнего утешения. Мысль, чтобы вы согласились сделать мое счастье, если бы... Молчите, ради Бога. Я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но... Я несчастнейшее создание. Я женат. Я женат уже 4-й год. Как странно. Непонятная, непростительная ветренность. В начале 12-го года я спешил в Вильну, где находился наш полк. Вдруг поднялась ужасная метель. Ямщик советовал Бурмину переждать. Он не послушался. Непонятное беспокойство овладело им. Казалось, кто-то его так и толкал. Между тем метель не унималась. Кучер пошел отыскивать дорогу. Бурмин остался один. Буря не утихала. Вдруг Бурмин увидел совсем рядом огонек. Он поехал туда, в надежде в тепле подождать возвращения кучера. Сюда! 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 Где поп? Он греется в сторожке. Скорее пусть венчает, а мы, господа, наш свадебный поезд подготовим. Слава Богу, на силу вы приехали. Чуть было барышню не уморили. Можете начинать. Начинайте, начинайте, батюшка.
целуйтесь. Пошел! В то время Бурмин так мало полагал важности в преступной своей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко. И которая теперь так жестоко отомщена. И вы не узнаете меня. Каких только историй не услышишь во время езды.